По оценкам экспертов, цена объекта около 700 миллионов рублей. Решение о сносе может быть вынесено судом в том случае, если привести параметры объекта в соответствие с градостроительными нормами невозможно, говорят юристы. В ходе судебного процесса представители городской власти заявили, что объект запроектирован с нарушением красных линий. Кроме того, превышенный максимальный коэффициент застройки и высота здания, не представлен расчет по автостоянкам. Строительство и отделка здания площадью 780 квадратных метров завершены. Торговый центр должен был вводиться в эксплуатацию в начале этого года. Однако ввод отложен в связи с судебными спорами. Первое слушание пройдет в Краевом арбитражном суде 4 февраля.